Ну что, друзья, подошло время заканчивать программу, но прежде мы, конечно же, не можем оставить вас без информации, кому мы сегодня подарим наши великолепные билеты. Спасибо, что два часа были с нами. Итак... Итак, в музыкальный театр отправляется Юлия, которая нам позвонила. Она 169, номер телефона заканчивается у Юли. Она пойдет в музыкальный театр. Угу. В кинотеатр «Чайка» пойдет Оксана на 657. Номер телефона у Оксаны заканчивается. Тоже звонила, рассказывала нам про свое домашнее животное. Движемся дальше. В театр юного зрителя пойдет у нас Анастасия Скурлатова за то, что первая угадала, что было у нас в коробочке. И Алена Татаренко тоже написала что-то интересное ВКонтакте. Денис Кинорассказы и Иннокентий. В общем, кто первый придет, тот может, имеет возможность выбрать из этих двух билетов. И в Иркутский художественный музей имени Сукачева пойдет Светлана Кузнечик за то, что нам, во-первых, прислала фотографии своего питомца и написала еще несколько сообщений любопытных. Спасибо огромное за то, что смотрите нас, за то, что участвуете, и нам это очень приятно. Пишите свои темы на сайт ВКонтакте, о чем бы вам хотелось поговорить. Также всех гостей, которые приходят к нам, вы можете смотреть на нашем канале в YouTube.